Завтра самый ответственный день у ребят. Завтра день медальной гонки. В нее попадает 10 лучших. Вся интрига еще впереди. Да, у нас у ребят нет явного лидера сейчас. Я могу выделить трех человек. Это Саша Аскеров, это Женя Айвазян, это Влад Бурмистров. У них вся ребята проходит в режиме плотной борьбы. То Женя приходит первый, то Саша приходит первый, то Влад приходит первый. Я думаю, что вся интрига решится завтра по результатам. Да. Чемпионат России – это кульминация сезона. Сезона в данном случае 2019. Ребята участвовали в международных соревнованиях. И чемпионаты мира, чемпионаты Европы. Ребята прошли определенный период подготовки, тренировочных мероприятий, как на выезде, так и в России. Проведена большая работа, ну, скажем так, кто станет чемпионом России, тот, кто немножко больше поработал. Нельзя сказать, что кто-то однозначно лидер. Женя, Саша, Влад. Я уверен, что все хотят выиграть это соревнование. Все хотят стать чемпионом России. У нас заявлено 10 девушек. То есть формат медальной гонки – это 10 лучших. Было принято решение, что у девушек медальной гонки не будет. Смысла. Завтра у девушек будет последняя гонка чемпионата. Результатов этой гонки мы узнаем окончательный результат. На данный момент явный лидер – это призерка Олимпийских игр. Это Стефания Путина. Ну, на самом деле радуют другие участницы. Радует Аня Курикова, которая имеет несколько первых. Радует Яна Резникова, уже молодое поколение. Первый год участия в классе России. Связали кого-то отмечать особенно. Я не буду, по крайней мере, сегодня. По причине, что еще завтра у нас гоночный день, кульминация. Ну, есть факт, да, это чемпионат России, это соревнование для, в принципе, для взрослых людей уже, да, состоявшихся спортсменов, профессиональных атлетов. И здесь участвуют еще и молодые ребята. Те ребята, которые только перешли, которые еще участвуют в соревнованиях, в тренировках, тренируются в предыдущем классе. Виндсерфинг – это техника, буквально через несколько дней, несколько недель у них будет первенство мира. Я хочу отметить этих девочек. Это Ева Бойцова, это та же Яна Резникова, Виолетта Майстренко. Выглядят для первой регаты в олимпийском пока еще классе. Можно сказать, более чем достойно. Особенно это характерно по сегодняшнему дню. Сегодня были непростые морские условия. Большая волна, 1,5 метра. Ветер северо-западного направления. Достаточно сильный. То есть в сочетании волна-ветер. Такие очень интересные, но для новичков не совсем простые условия. И эти девчонки, они выдержали. Они прошли всю группу, они конкурировали. Понятно, что еще это первый шаг, что работать и работать. Работать впереди. Прогресс очевиден. Они смотрят на лидеров. Стараются быть на них похожи. Стараются быть лучше лидеров. Неважно, какая доска будет у нас в следующем олимпийском цикле. Есть люди, у которых горят глаза, есть люди, которые любят виндсерфинг.